Друзья, подходит к концу прямой эфир программы «Доброй раницы, Беларусь», но мы же еще хотим объявить победителя сегодняшнего фотомарафона. Сегодня вы и мы запускали бумажные самолетики. Делали это массово, красиво, работ было много, но победитель только один. Наталья Дмитриева, мы вас поздравляем, это ваша фотография. Очень творчески вы подошли к созданию сегодняшнего фотошедевра. И правда красивый снимок, поздравляем, мы расскажем, как забрать подарок. Ну и все, у нас...